Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на Марафон Бет, где каждый день вас ждет 1000 событий, трансляции матча, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Марафон Бет. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Каким браузером ты пользуешься? Оказавшись перед интернет-эксплорером, что ты ему скажешь? Эксплорер? Нет, я пользуюсь Safari. Я клянусь Safari и Google Chrome, что я не чистил историю браузера. История моего браузера. Так, история показать. Как это называется? Статья на sports.ru. Геслов сделал сам себе длинный пас по воздуху. Что это такое? Очень офигенный на самом деле пас. Он перехватил шайбу у себя в зоне, перебросил всех оппонентов, обогнал их, доехал до шайбы, переиграл вратаря и забил. Искал, значит, у меня есть в Гугле картинки Love Background. По записи пытался найти какой-нибудь бэкграундные сердечечки вот такие вот. Я делал заглавную картинку как раз с фифером, которого сейчас все не любят, с Иванионом. И я с ним сделал формат, как мы зачитываем друг другу добрые комментарии под нашими видосами. И я, ну, вырезал нас для заглавной картинки. Это вышло уже? Да. Народ оценил? Дизлайки поставил. Рядом с Нечаевым все становится лучше. О, Жириновский. Коуп с Жириновским. Включай, что там? Про член. Ну, в общем, слушал историю Жириновского про его член. О, с удовольствием смотрел этот коуп. Как бразильский парень танцует с собакой. Вот это, этот коуп, я смотрел долго. Я люблю очень псов. Они, ну вот, у них стоит поучиться жизнерадостности. Какой у тебя телефон? У меня? Google Pixel. Почему не iPhone? Ну, во-первых, мне не очень хочется быть как все. Я попробовал поиграться там всякими айфонами, посидеть долго. У меня никогда не было айфона. Но мне не особо понравилось. А сколько раз ты его ронял? Вот этот телефон. Я люблю специально ронять телефоны. Уронил. История моего браузера. О, есть, смотри, личный кабинет. Магазин самоваров. Я пытался на 23 февраля купить отцу самовар. Вот. И я вообще смотрел, какие самовары есть. Я в итоге ему купил, и оказалось, что он хочет не электрический, а настоящий дровяной. И вот в личном кабинете смотрел там свои заказы, чтобы снова не ошибиться, искал дровяной, подарил отцу на 23 февраля. Он им пользуется? Ну, пока нет, но мы ждем дачный сезон, чтобы поехать и использовать. О! Инстаграм Бейонсе. Давай, откроем. Так, а что за фоточку я смотрел? А, это мне Танюха скинула. Очень смешное объявление Бейонсе и Эллен Дедженерес, которая ведет дневное шоу. Бейонсе объявляла, а Эллен на нее специально вот так вот смотрела пристально. И Бейонсе смущалась, улыбалась, но продолжала объявлять Тимберлейка, читая по суфлеру. That millions of us have been waiting for. Ну, я смотрел выступление Тимберлейка на Суперболе. Понравилось? Нет. Просто Тимберлейк, все, по-моему, состарился. Последняя фотография, которой ты поставил лайк в Инстаграме. Блин, у меня дофига идет собак. Ну, я просто очень люблю собак. Но последняя, это как раз сегодняшние съемки, как комментатор Евроспорта Снукера бьет меня шокером. История моего браузера. О, а тут у меня вот есть тест, насколько хорошо вы помните фильм «День сурка». Но я немного ответил, там 19 вопросов, вот я сейчас зашел. Я помню, что я, ну, ответил, типа, там, максимум на 6, ну, и меня запозорили. Я смотрел фильм «Миссия невыполнима. Племя изгоев». И причем смотрел на Иви, и реально арендовал, тут видно, что я аренда, я купил аренду фильма на сутки, чтобы посмотреть «Миссию невыполнима». А до этого...
Мне настолько, видимо, хреново было, что я смотрел большую 7-минутную нарезку, как Василий Уткин комментировал матч Англии Тринидад и Тобаго чемпионат мира 2006 года. Давайте потяните время, ребята. Страшный Тринидад, иначе не даст вам шанса. А до этого смотрел Уткин на тренере Бате Гончаренко, когда он его называл «картофельная твоя душа». Я еще раз говорю, Виктор Гончаренко, тренер команды Бате Белоруссия, должен гореть в аду. Это Лига чемпионов, картофельная твоя душа, ей-богу. WhatsApp или Telegram? Telegram. Почему? Папы, мамы и бабушки сидят в WhatsApp. Но он неудобный, он некрасивый, в нем мало функций. И самое главное, в нем дико неудобный этот веб-приложение. История моего браузера. Saturday Night Live, Натали Портман пришла гораздо, ну не гораздо, даже там на неделю раньше. И я уже по инстаграму Saturday Night Live понял, что они делают вторую часть рэпа Натали Портман. И я прям расстроился, еще не смотря. Я понял, что ну зачем повторять ну то, что было сделано идеально. Я в итоге вот 7 февраля решился, посмотрел и, ну, вообще ничего не почувствовал. Не зашло? В Америке куча крутых вечерних шоу. Выбери самое любимое свое. Конан. Мужик с этой челкой бессмертной. И все равно он прям радуется, он ржет. И он создавал Симпсонов, за это я еще больше его люблю. Он практически делает одно и то же. Пристает к девчонкам, узнает какое-нибудь красивое слово на там армянском каком-нибудь, и начинает к армянкам приставать. И все, это вот просто меняется антураж сзади. Джигрут удем. История моего браузера. О, вот это класс! Мне это скинул мой хороший товарищ, мой друг Федя. В общем, он мне скинул статью в Википедии. Бристольская шкала формы кала. Uh-huh. Или бристольская, не знаю. Кала точно. И тут прям вот табличка с картинками, типа, если вот такими кусочками, как шоколадные шарики Nesquik. Вот, типа, что это значит? Что это, типа, отдельные жесткие куски, похожие на орехи. Прямую кишку проходит с трудом. Бристольская шкала формы кала. О, мастер холодильников, ремонт холодильников искал. У меня сломался холодильник. Я нашел мастер холодильников в своем родном городе Королеве. Да. Он приехал. Говорит, дорого чинить. Лучше вам купить новый холодильник. А у нас стоит два... Ну, мы снимаем квартиру. Мы когда заехали в эту квартиру, там был старый холодильник. Мы привезли свой, и он сломался. У нас два холодильника на кухне. Я не знаю, куда деть холодильники. Мне говорят, выставь на Авито. Типа, люди сразу приедут, бесплатно заберут. Да. Друзья, заберите у меня холодильник, пожалуйста. Достаточно про холодильник. Ну, это больная тема, ё-моё. Дай нам послушать мелодию, которая у тебя стоит на будильнике. Обычная, стандартная. Ну, я выбрал самую небесячую. Что меня меньше всего будет бесить с утра. И это... Под это же невозможно проснуться. Наоборот, какой-то типа, что это за дрянь. История моего браузера. Ну, смотрел дома в Калифорнии. Я же получил визу в Америке. Таня сейчас изучает, какой можно дом снять. Booking, Airbnb. Airbnb. Я просто... Мне вообще насрать, правда. Типа, ну блин, ну... Я непривередливый. Да, это, короче, дом, который Таня сказала, блин, ну нам всем, ну мы там едем компанией, она говорит, нам всем не понравился, но тебе он точно понравится. И вот он реально вот обычный, прям калифорнийский дом с очень обычной ванной, креслице такое, типа сел и сидишь с ковриком, прям такой вот маленький. И самое клевое, о, задний дворик. Если бы не Таня, мне кажется, я бы был уже чемпионом мира по всем компьютерным играм. Потому что я бы не выходил из дома и сидел бы, и мне идеально. Я не люблю ни людей, ни какой-то движняк. Но Таня хочет двигаться, а как бы счастье Тани важнее моего счастья. Ну, мне как бы не сложно. Просто мне так же будет хорошо, как и дома. Я очень люблю, на самом деле, домой возвращаться.
Я Артем Нечаев. Это была моя история. Браузер.